Здорово всем, с вами Хилхерц, и сегодня у нас будет еще одна игра, которая называется Solasta Crown of the Magister. Из неприятного, данная игра не поддерживает русский язык, она вышла в рамках рубрики фестиваля игр Steam, получается до 22 июня демки будут доступны. Блин, почему так мало, не нравится мне это, но тем не менее. О, звук появился, и давайте же поиграем в нее. Сейчас мы сделаем захват экрана только, в смысле захват этого, захват игры, получается... Саласта, окей, и появись. Отлично. Насколько знаю, это такая RPG-шка. Давайте. Новый адвенчер. Так, Ruins of Dilemma. А чё, нельзя выбрать? А если Character Creation? Это не та кнопка. Ну вот мои какие-то... Давайте, не будем тогда их менять. Новое приключение, Start Game. Я безумно люблю всякие эти пошаговые шняги. Я вот реально хлебом не кормить, да во всякие такие штуки поиграть. И надеюсь... А, надо нажать. Чё смогу, то переведу. Чё не смогу, не переведу. Уж сорян. So these are the ruins of Telema? Это те самые руины. Хроника их описывала. Что же мы найдем внутри? Короче, они размышляют, идти или нет. Говорит, там должен быть лагерь, давай вперед. Так, и чё? Двигаться? Да, разберемся. Да и давай, не разбирайся. На пробел можно идти? Нет, нельзя. Так, нам куда? Карта на это переключение, карта на М. Нет, я не знаю, где карта. А, что это такое? Я не знаю, это, наверное, локчат. Карта, вот, фигня. Into Darkness, поехали. Можно ВС? Отлично, можно так. Дек, я, наверное, ни с кем особо разговаривать не буду, потому что толку. События. Кто это? Друзья. Где он? Отдыхает. Он будет в порядке. Так, что случилось? Мы здесь. Что случилось? Мы, говорит, пришли так быстро, как смогли. Говорит, мы знаем, спасибо. Кто-то там расстроен, я могу говорить за себя, спасибо тебе. Что-то там про руины горит. Что-то там орки горит в руинах. Мы не можем бросить кого-то здесь. Он мертв, Лена. Поздно. Ты не знаешь. Успокойтесь, мы поможем тебе. Только догнал, на кого мне этот маленький персонаж похож. Но я промолчу. Так, говорит, орки. Там, говорит, много орков. Говорит, там у них вечеринка. Они, короче, там всех убили, и Хектор там остался. Говорит, мы должны закончить работу. Those orcs had him for dinner the first night. I don't know. They took him alive after all. So they wanted to keep him fresh. Orcs are orcs. Ignore them. So, we just need to go in and find Hector. Yeah, good luck with that. Говорит, нам нужно зайти и найти Хектора. Почему они такие злые? Он говорит, часть нашей команды. We gave our word to your leaders. We will get Hector back. Говорит, мы его вернем. Говорит, спасибо. Надо еды? Не хочет едой делиться, прикиньте, жопа какая. You're right, keep your food. Ну, этот говорит, типа, давай еду. Ладно, подавитесь. Ну, они выживут. Ну, в принципе, да. Говорит, если вернемся, то поедим. Если нет, то вам больше останется. Так, ну, good luck, так good luck. Счастья, здоровья вам. Мы идем на квест. Поехали. Здесь, наверное, по-любому. Можно как-то... Tutorial Inventory Management. Да, space. Так, сай, разберемся. О, подсвечивает. Мое почтение. Сюда. Так.
Можно я себя взять куда-нибудь сюда? Торч. Торч можно в торч? Да, стакается. Так, ну и получается... Пойдемте в этот уже. Во тьму. Там разберемся, я думаю. Так, ну в графонии, конечно, то лучше, то хуже. Не нам судить. Погнали, прямо во тьму. Думаю, пока мы еще... А как на правую кнопку мыши вертеть? Кто это придумал? Я не знаю. Ну ладно. Обычным колесиком вертит. Так, using the camera. Я уже научился. Вы не хотите идти сюда? А сюда? Ни хрена себе. Так, а можно, например, ты красавчик, возьмешь... Torch. Secondary light source. Как его использовать? Факел? Во, красиво. Так, пацаны, пойдемте исследовать здесь сундук. No path to destination. Раз, два, три. Прыжочки. Так, это, походу, взломать можно. Лё, какой слоктё открыл! Ё, это законно вообще? Остановите этого чемпиона. Ну, блин, управление очень деревянное. Сложно к нему привыкнуть. Так, tutorial. Magic items. Хорошо. Ритуал кастинг. Пай, разберемся, хрен с ним. Так, мы нашли чест. Я, наверное... Есть такое предположение, что я вначале выложил все, что нужно было. Ладно, сорян. Так, это что такое? Контейнер. You can store any object here. Ладно, разберемся. Не знаю зачем. Ладно, пойдемте куда надо. Почему они тут не могут? Давайте подойдем, посмотрим, что им не нравится здесь. Здесь можно вниз, в принципе, спуститься. Trigger collapse. Он сломал. Жопа лебяжья. Ну, прыгайте тогда. Я не знаю, есть ли смысл мне вниз прыгать. Я думаю, нет. Так, tutorial equipment shortcuts. Next. Equipment shortcuts. Сложно, но примерно я разбираюсь. Я примерно понял. А толку? Зачем мне это нужно? Я примерно разбираюсь. Да и разберемся. Какие-то роллы происходят. Блин, на самом деле... Battle Start. Так. Как происходит боевка? Первый раунд хожу я. Tutorial camera, к этому я разберусь. Ready, это мои скиллы. Understood. Так. Ну давай. Атак и... Нельзя. Почему? Touch, dash. Можно задешиться в этого пса. Нельзя. Ну тогда, наверное, просто перейдем. Аборт. А, нужно переключиться, наверное. Ничего себе. Нет, я же могу... Эх, я дурачок. Блин, без понятия, что это такое. Давайте встанем в стенку. И end turns. Ходит павук позорный. Будет кусать наших парней. Это лучник. Ну, давайте вахнем. Эть. На, просто минус лицо пауку. Еще могу ходить? Ладно. Так. Кусает. Промахнулась? Так, ну, девка будет бить этого по лицу прямо. Бух. На, successful attack. Can strike with additional damage by spending channel divinity use. Да, пропустим. А, надо было, наверное, использовать. Ну, ладно. Так, и все, видимо. Или может добить. Cast spell может. А что можешь кастовать? Healing word. Shield of faith. Давай на себя щелк бахнем. Красиво. Ну и теперь закончить ход. Угу, этот паук будет со стенок атаковать? Ничего себе. Так, ну теперь ходит девка. Это маг. Select an enemy creature. Давай этого. Промахнулась. Ну, бесполезный напарник. Он в Африке. Могу просто его унизить? Красиво. Кстати, у нас очень мощный мужчина. Давайте поближе встанем. А, вот мои очки действия, я понял. Так, and read, correct. Давай, react, блок. Мя, я, короче, спас походу своего напарника. Может и нет. Вроде было что-то в этом духе написано. Да застрели его просто. Ну и все.
Минус паук. Или он живой? Вроде нет. Я думаю, она может его атаковать. Не факт, что задамажит. Давай, страйк. Два урона. Какой-то доп-дамаг. Ну ладно. Ну и добей его просто. Великолепно. Плюс экспа. Здорово, мы справились. Short rest. Так, как это сделать? Пауз вот. Ой-ой. Как нажать? Как куда нажать-то? Я не уверен, что я отдохнул. Roll. А, вот, старт. Сложно, сложно. Так, а что, видимо, надо было факел брать, да? Ну, вроде отдохнули. Поехали дальше. Не могу пока к управлению привыкнуть. Очень туго мне дается. Так. Waypoint added. Здесь есть, видимо, точки телепортации. Ничего себе. The orcs are here. Орки здесь. Looks like we can sneak around. Мы можем прократься. Даже я? Возможно. Did you see Hector? Ты видишь Хектора? Не особо. Мы должны атаковать. У нас есть преимущество внезапности. I hear some orc tribes can be bartered with. Not these orcs. Ну, я так понимаю, можем постелсить, а можем... Чего? Ну, это сник-атака. Какая сник-атака? Давайте влетим на них с двух ног. Мы же жесткие. Давайте атакуем. Поехали. Ну, блин, проиграем так проиграем. Прям в лобовую, давай. Вы что делаете? Мужики, хорош, атакуйте. Как-то странно я триггернул бой. Очень долго происходит начало боя, просто немыслимо. Так. Каст спел. Смотри, у нас есть Firebolt, у нас есть Light, у нас есть Shocking Grasp. Ё-моё, у нас Burning Hands. Clar Spray, Magic Missile. Target 3. 24. Давайте бахнем огнем. Давайте вот этого. Можем попасть вообще? Наверное, мимо, да? Ни хрена не попадем. Ой, бесполезная тянка. Ё-моё, давайте отбежим чуть-чуть. Блок. Давай попробуем заблочить. Нормально. Вроде задоджили. Очень темно на самом деле. Так, лучник. Может дэшиться, может... Просто атаковать, видимо. Давай в этого. Хотя этого мы бы и так расстреляли, я думаю. Хорош, ваншотнул. Мое почтение, но он будет танковать не очень удачно. Слушай, он походу рэпнуться может. Минус напарник. Не этого я хотел. Почему она такая косая? Мне вот интересно, что с ней не так? А, надо было бафнуться, ну ладно. Ну, 4 дамага, в принципе, фигня. Что это такое? Ну хорошо, что танки танкуют. Боевка происходит просто безумно долго. По-моему, она залагала. Орк. Контакт. Кто мне в контакте написывает такую поздность? Я не выключил мое, прошу прощения. А игра не хочет сегодня работать, да, я так понимаю? Знаете, это уже вторая демка, и уже второй раз я ловлю баг. Так, а можно как-нибудь? Ну, получается, самая лучшая часть 06, вот это. Давайте попробуем. Load. Я даже думаю, что воины пойдут вниз, а лучники, ну и магичка будет сверху стоять. Попробуем так. Бесполезно. Так, ладно, тогда давай ты. Каст спел. Давай, блин, не знаю, кого ты можешь поджечь, уверенно. Она косит, да? Нет, попала, смотри. А поджога не будет? Видимо, нет. Давай, бежим немножко. А, я понял, когда я... Когда я двигаюсь, я, короче, этот...
могу попасть под атаку. Понял, как это работает. Все, примерно понял. Так, ты давай убьем вот... Давай этого добьем. В тот раз получилось. Вот что вот это такое? Я не знаю. Господи, какой тут рандом лютейший. Давай. Не хочет отпускать, видимо, его. Блин, а больно бьют. Блокируем. До конца пока не понимаю, что это за механика. Выглядит очень странно. Просто по горбу его бей. Просто по горбу косишь. Ну, бывает. Давай этого забафаем, если получится. Да больно ей по лицу дают-то. Наверное, надо было стелсить, но Влад не умеет стелс. Отвидит противников, идет на противников. Так, вы думаете, мы сдадимся? Ни хрена. Мы сдадимся. А в чем проблема? Блин, пока мне вообще не нравится. Ну давай этого. Просит. Даже дамажит немножко. В целом неплохо. Ты стреляй в этого, который у тебя. Надеюсь, он попадет. Видимо, чем дальше, тем больше дамага. Не уверен. Блокируй, куда деваться. Будем спасать, как сможем. Давай, ломай их. Вообще не попадает. Просто бесполезно. Кстати, я мог хилять. Я что-то тупанул, что мог хилять. Да, не так плохо. Давай use power. Не знаю, что это даст. Ну вот, хотя бы попали. Ну, зачем попадать два раза подряд? Сегодня мы не умеем попадать два раза. Зато умеем неплохо уворачиваться. Что если огнем? Раз, два, три. Давай этого попробуем добить. По-моему, самое эффективное пока что заклинание. Не, я примерно понимаю, как это должно работать. Пока плохо получается. Но главное в нашем деле понимание. Доджит. Что надо делать? Хорош, блин, доджит просто как чемпион. Его руки с трех сторон унижают, а он говорит, не, нифига. Минусанул Арчеллу. Че, и второго? Не, на второго не хватит хода. Четвертый раунд. Так, тяночка. Давай ты скастуешь заклинание. Такое хорошее заклинание. Если ты еще и завалишь кого-нибудь, будет вообще круто. Ну, неплохо. Даже кого-то минусанули. Ну, попади. Нормально, нормально. Арчелла, пора бы тебе бежать. Можно как-то встать? Давай, ломай орка. У него открывается последнее дыхание, и он начинает уворачиваться, як чертила. А, у меня несколько кастов еще. Я теперь понял, как это работает. Красиво, Викторин. Тянк встанет? Нет, не встанет. Блин, как же неудобно это все лутать, честно говоря. Очень, очень долго все. Один в один не складывается. Ну ладно. Не знаю, зачем мне столько дубинок. Не буду все брать. Так, у нас тут есть всякие ништяки. Как ее спасти можно? Не знаю, честно говоря. Да, но в следующий раз я буду сбегать боев. Всякие болты, всякая фигня. Не знаю, зачем, но возьмем, пусть будет. Че это? Как-то можно? Green Potion. Мы получили силу вроде бы. И это что?
Shield. Ну хорошо. Так, блин, как же тяжело управляться с этой камерой. Я думал, намного проще будет. Но проще не было. Видимо, движение вперед. Gathering your party. Не знаю, что это значит. Типа стелсить? Ничего. No pass to destination. Нельзя пройти. Это я понял. Давай отдохнем немножко. А я не могу нажать. Почему я не могу нажать? Если бы я знал. Как мне тянку-то оживить? Может, просто не тот путь я выбираю? Может, здесь можно как-то через верх вообще пройти? Ну, то есть это было бы максимально логично. Не-не-не, подождите, а можете наверх залезть? На карте как-то... Ах, господи, как же неудобно тут все это реализовано. Я не могу наверх залезть. Может быть, вот так как-то? Во, только так. Пипец, это неудобно сделано. То есть, пока ты поймешь, как тебе сделать движение наверх, ты постареешь. И я думаю, здесь должна быть кнопка, которая позволяла бы ускорять игровое, как бы, течение времени раз в 8. Это просто немыслимо. Очень все медленно, очень все тормозит. Может быть, это штука, которая позволит нам открыть что-то, нет? Да, вы знаете, походу нам не хватало фигни. Скорость 2х нельзя сделать, видимо, нельзя. Ну ладно. Угу. Теперь получилось. Нету Хектора. Это не имеет смысла. Давай осмотримся. Что, зазря просто так подрались? Не нравится. Можем выбраться. Очень темно. Можно как-то поджечь, чтобы осветить это место, правильно понимаю? Так, next. Могу как-то поджечь. Ну, я так понял, ты можешь огнем кастануть. Все? Видимо, да. Чтобы вы понимали, я не могу своей партией управлять. Чего? А нафига? А как ниже-то спуститься? А-а-а. Блин, я бы, конечно... Чё? Пас. Дропнулась тянка, ё-моё. Куда нам вообще нужно попасть? Давайте на факел перейдем, если у вас есть. А вот так? Не хочешь с факелом ходить, мужик? Можно взаимодействовать с объектами, да? Я не могу контролировать камеру, она летает куда хочет. Господи, какая отбитая камера. У меня просто нет слов. Просто, блин, нет слов. Давайте на разведку самым плотным пойдем. Куда нам вообще надо? А, я понял, да, вот так. Пока все не попробуешь, не поймешь, как говорится.
Так, ну и теперь давай вся пати пойдет с нами, чтобы увереннее себя чувствовать. Девке, походу, понравилось падать. Не торопись, девка. Я надеюсь, вы сможете по этому пройти. Вариантов у нас особых нет. Вот вроде бы спуск какой-то намечается. Но я не знаю, что мне может скастовать. А, то есть она автоматом кастует. Прикольно. Блин, какая камера отбитая. Как же к ней привыкнуть-то? А вы не хотите к нему прийти на помощь? Там нет? Чуть-чуть совсем. Так, крафтинг. Ой, только можно без крафта я обойдусь как-нибудь. На английском сложно. О, началось. Какой-то кит нам дали. Луто. От кнопку нажать, все. Взаимодействуем с объектом. И что нам это дает? Если бы я знал, господа. Я вообще не понимаю, куда они идут, как они, блин, идут. Я вообще не могу даже навестись на своих персонажей. Что за бред, блин? Как бы понимаю, демка, ну как же она бесит. Своей кривизной. И карту ничего не рисует. Тут я, наверное, был уже. Battle Stars против кого? Против позорных паучар? Блин, ну прям очень-очень все медленно идет. Минус одна. Здорово. Поехали в атаку. Тянка вообще там осталась. Так, я могу каст спел. Давай и шокин в раб. Не могу достать до таргета. Давай тогда огнем бахнем. В смысле? А этого? Аборт, ладно, буду атаковать. Просто пропущу ход. Не понимаю, как это работает, ну ладно. Нападайте, пауки, подходи по одному. Она вроде должна быть живой. По идее, он как-то может успеть встать. Рубим паука. Может, ваншот. Здорово, да. Пауки не такие уж и страшные на самом-то деле. Благо, броня нас защищает очень неплохо. Он character has died. Вообще, что ли, совсем? О, я заново загрузился, да, чтобы он не отъехал? Чего? Короче, я не понял, что я нажал. В общем-то, игра, конечно, перспективно интересная, но то, как она на данный момент реализована, немножко кривовато. Либо мне не повезло. В общем-то, посмотрели, хорошо. Всем большое спасибо за просмотр. Счастья, здоровья, чтобы все у всех всегда было хорошо. Огромное спасибо спонсорам канала, а также всем спасибо за просмотр и надеюсь, что видео вам понравилось. Если это так, то можете поставить лайк и подписаться. Это очень сильно мотивирует стараться лучше и больше. Также можно нажать колокольчик, чтобы не пропустить новых роликов. У нас все честно, если не понравилось, ставим дизлайк. В описании всегда есть интересные ссылки, также можно посмотреть и другие мои ролики. Всем всего хорошего, счастья, здоровья, чтобы все у всех было хорошо. С вами был Хилл Хёртс.